лучший тренер может быть это человек, который работает с детьми, который работает со взрослыми людьми, то есть добивается результатов. А вообще основное, я считаю, для тренера это любить детей. То есть мое кредо, ребенок должен приходить на тренировку, ему должно там нравиться. А добьется результата спортсмен или не добьется, ну это зависит от него самого. А задача тренера помочь ему в этом, сделать из него не только спортсмен, но и человек. Для меня лучший тренер – это тот человек, который любит свое дело, предан ему и работает именно со своими спортсменами какой-то долгий промежуток времени и показывает стабильный результат на протяжении своей работы. Конечно, он должен любить свою работу, детей, спортсменов и выкладываться на работе каждый день. Поэтому я считаю, что тренер должен показывать стабильный результат в промежутке, какого-то промежутке времени долгого, и по этому критерию можно расценивать его профессионализм. Лучший тренер – это взаимопонимание ученика и тренера, полная гармония по всем вопросам – жизненным, спортивным, бытовым, учебным. Тогда, я думаю, будет результат. Если тебе доверяют, если твоя методика работает, если тебя уважают, если твои воспитанники становятся достойными гражданами твоего отечества, просто хорошими людьми, то, по моему мнению, это лучший тренер. Лучший тренер – это тот, кто обладает тремя лучшими качествами – терпение, терпение, терпение.